Два дома вижу из окна, и вам сейчас хочу поведать о том, что чувствует моя душа о жизни двух домов соседей. Первый домик покосился, он изрядненько кряхтит, шифер старый облупился, но внутри огонь горит. Там живет одна старушка, пироги она печет, и как в молодости ранней песни русские поет. Оживает в это время ее старенький очаг, он готов служить ей вечно, ведь любви ее он рад. Побелила стены в доме, стало в нем чуток светлее, дому радостно сегодня, ждет она своих детей. Встретит дом их нараспашку, согревая их сердца, смех и шутки целый вечер слышит домик без конца. А потом он их проводит, погрустит немного вновь и подарит той старушке благодарность и любовь. Рядом с домиком родился замок, чудный, дорогой. Он вальяжно развалился и любуется собой. Сколько пафоса, гордыни он хранит в себе сейчас. Но внутри его пустыня, нет ни смеха, ни тепла. За высокую оградой он закрылся от людей и боится всем раскрыться, чтобы не было больней. Там живут два человека, но давно уже чужих. Стены дома их не греют, друг о друге позабыв. Замок чудный, но холодный, не чета соседу он. Пусть и выглядит красиво, но скрывает все забор. Так бывает в жизни часто. Есть богатство, нет любви. Не судите по обложке, не узнав, а что ж внутри.